Привет, всем делаем восьмой быстрый тест уровня Elementary. Погнали. Первое. They aren't stairs. Stairs – это ступеньки, лестница, aren't – отрицание, то есть нет ступенек. Там нет ступенек. Any stairs, some stairs, one stairs. One – это когда вы используете что-то в единственном числе. One apple, one stair, то есть нельзя использовать с множественным числом. Здесь у нас множественное число. There aren't some stairs. Some, в принципе, можно использовать stairs, some stairs, какие-то ступеньки, множественное число, some подходит отлично, но у вас отрицательное здесь предложение, поэтому в отрицательном предложении нужно использовать any. There aren't any stairs. Some используется в утвердительных предложениях. There are some stairs, it's good. But if you say there aren't any stairs, нет вообще ступенек, то используйте any. Number two. Hugo didn't come, didn't came, no came to school last week. Здесь везде есть отрицание, то есть мы хотим сказать, что он не пришел в школу на прошлой неделе. Past simple. Past simple. Когда вы делаете отрицание, используйте глагол did. Здесь отрицание didn't, didn't и come, didn't come. Hugo didn't come to school last week. So this is the correct answer. Sometimes pupils make mistakes and they say Hugo didn't came. So after didn't, you shouldn't use came. You need to use just the infinitive. Didn't come, didn't go, didn't arrive, didn't understand, etc. So after didn't, don't say came, didn't come. Okay, number three. Третье предложение. Here we have a question. У нас вопрос. There is a school near here. Is there a school near here? There are a school near here. There are. Когда мы используем there are? Мы используем there are, когда у нас множественное число. There are many books on the table. На столе много книг. Здесь мы говорим об одной школе, поэтому there are здесь не подходит. И почему еще there are не подходит? Потому что если мы хотим построить вопрос, нам нужно сказать не there are, а are there many books on the table? А здесь просто there are a school near here. No. There is a school near here. Мы можем сказать there is a school near here. Где-то рядом есть школа, но здесь у нас вопрос. Поэтому there is тоже не подходит. Нужно построить вопрос. Чтобы построить вопрос в структуре there is, мы is ставим в начале. Is there a school near here? So the correct answer would be B. Is there a school near here? Number four. Are there, is it, is there central heating in your flat? В вашей квартире есть центральное отопление? Опять же таки, у нас вопрос. Central heating – это единственное число. Центральное отопление, то есть это не центральное отопление, это единственное число, поэтому мы не используем are there. Множественное число не используем здесь, потому что а это для множественного числа. Is it и is there. Окей, okay. Is it – это когда вы говорите о том, что смотрите на предмет и говорите is it a book – это книжка. Is it a book? Но здесь есть ли, вы говорите о наличии. Если вы говорите о наличии, используйте is there. Сама форма there is, вот этот оборот – вы говорите всегда о наличии чего-либо где-либо. There are many, I don't know, there are many people outside. На улице много людей. Is there central heating in your flat? В вашей квартире есть центральное отопление? Такие предложения часто переводятся именно на русский язык с конца. Вы не говорите, есть ли там central heating в вашей квартире? Нужно сказать, в вашей квартире есть отопление? То есть вы начинаете с обстоятельства места переводить. Где? Начинаете с ответа на вопрос «Где?». Number five. How many bedrooms is there, are there, there are in her new house? Okay. How many означает «сколько». How many – сколько чего? Сколько спален? И опять у нас оборот is there, are there, то есть есть, сколько спален есть, где? In her new house, в ее новом доме, то есть сколько спален в ее новом доме. Мы говорим о спальнях в множественном числе, поэтому не используем здесь is there, so we don't have to use is there, because we have a plural form of the noun.
Are there? So what are we going to choose here? How many bedrooms? This is a question, so first we have to use are. Это вопрос, поэтому сначала нам нужно использовать are, а потом уже ставить there. How many bedrooms are there in her new house? How many bedrooms are there in her new house? Number six, Daniela and Martina to Dublin last weekend. Where go went to Dublin last weekend? So, Даниэля и Мартина ездили в Дублин на прошлых выходных. Okay, so where это были? Если вы хотите сказать были и думаете, что это правильный ответ, посмотрите на предлог to. Даниэля and Мартина were in Dublin. Они были в Дублине. То есть после глагола быть нужно использовать in. Когда в таком предложении. They were in Dublin last weekend. But here we have to. And with to, we can use go. You go to some place. For example, you go to school, you go to London, you go to Kiev, you go to Kharkiv, you go to Dublin. So Daniela and Martina went in the past to Dublin the last weekend. Because we have last weekend. У нас здесь... Подсказка – это когда действие происходило. Оно произошло в прошлом. Это прошлое время. Past simple. Они ездили в Дублин. Форма went – это go. Вторая форма глагола go будет went. Number seven. There are any some glasses in the kitchen. Some glasses in the kitchen. Glasses – это стаканы. There are – это оборот, который означает, что что-то где-то есть. То есть, так как я вам уже говорил, мы переводим с конца. На кухне есть немного стаканов, да? Как сказать немного? Glasses нельзя использовать с a. Мы не можем сказать a glasses. A означает один. A means one. So there is a glass. I'm sorry. There is a glass. So it means one. One. So you don't use a with plural. There are some glasses. It's good, because this is a positive sentence. Это утвердительное предложение. Мы используем здесь some. Any используется в отрицательных предложениях. Если вы бы сказали нет вообще стаканов на кухне, вы бы сказали there aren't any glasses. It would be a negative sentence. Это было бы отрицательное предложение. Здесь предложение утвердительное, поэтому в утвердительных предложениях, когда у вас глагол исчисляемый, существительное, не глагол, исчисляемое в множественном числе, используем some. Number eight. I listened, я слушал, but, но что случилось? I listened, but I, any noise. Я-то слушал, но can't heard, couldn't hear, couldn't heard. Но не мог, я прислушался, но не услышал никакого шума. I listened, but I couldn't hear. Couldn't hear. Здесь будет couldn't hear, потому что, смотрите, listened – это прошедшее время. Can в прошедшем времени будет could. Can – это я могу. Давайте еще раз. Can. Could. Can, could. Okay, so can – это... Я могу, could – это я мог. So, я не мог услышать. I couldn't hear. So, after couldn't, we need to use the infinitive. После couldn't, после can мы используем infinitive. То есть, мы не скажем heard. Никак, ни в каком случае мы не скажем heard. Так как у нас listened, это будет прошедшее время. Number nine. There were a very noisy party in our neighbor's house last weekend. So the key information here is last weekend. Ключевая информация – это на прошлых выходных. Что? На прошлых выходных была очень шумная вечеринка в доме our neighbor's. Neighbor – это сосед в доме наших соседей. In our, или в доме нашего соседа. In our neighbor's – это один. Единственное число neighbor, апостроф s добавляем, когда говорим о принадлежании, чьем, отвечая на вопрос, чей дом, в чьем доме была вечеринка, in our neighbor's house, в доме нашего соседа.
We are talking about the past, so we need to say something in the past. It's definitely not there is, okay? There is, it's present simple. But there was or there were. Party, we are talking about something singular. Мы говорим о чем-то, о единственном числе. Поэтому используем there was, there was. Если были вечеринки очень шумные, мы бы сказали there were very noisy parties in New York. There were some very noisy parties in New York, but here we are talking about, we are only talking about one party, so there was. Number 10. We had a good time at your party yesterday, so we are talking about the past. If you want, this is a positive sentence. Мы говорим о прошлом. Это утвердительное предложение. То есть мы хорошо провели время, мы имели хорошее время, они скажут. То есть have a good time, это выражение have a good time. Мы имели хорошее время на твоей вечеринке вчера. So we had, это просто have поменяется на had, we had. So C is the correct option here. Number 11. Some shelves in the study. Shelves – это полочки. Study – это кабинет, где люди читают, пишут, работают. Да? Study – кабинет. То есть в кабинете есть некоторые полочки. Полочки – это множественное число. Единственное число будет shelf. Shelf – полочка. Буква F в конце. В множественном числе мы меняем F на букву V и добавляем и S. So shelf, одна полочка, shelves, полочки. Утвердительное предложение, плюсик, используем множественное число. Поэтому there are some shelves in the study. Здесь they are, извините, это не подходит, they, это они, а there are, нужно сказать. There are some shelves in the study. Number 12. Petra, the film was awful. То есть Петре, think, thank, это спасибовать, think, думать, то есть думать или считать. То есть Петра посчитала фильм ужасным. Почему посчитала? Потому что was, это был, awful, ужасный. Petra thought the film was awful. Петра подумала, что фильм был ужасным. То есть у нее мнение сложилось такое о фильме. Поэтому используем thought. Это прошедшее время, подсказка, потому что у нас was здесь, поэтому thought. Окей, number 13. They, они, the bank manager yesterday, банковского менеджера вчера. Meet, это встречать, то есть вчера они не встретили банковского менеджера. Так как мы говорим о вчера, нам нужно сказать they, вспомогательный глагол для past simple будет didn't. They didn't meet, после didn't используем инфинитив, то есть глагол тот, как, такой, как он пишется в словаре. They didn't meet the bank manager yesterday, so it would be B. They didn't meet the bank manager yesterday. Number 14, again, опять у нас оборот there is. There is and some comfortable sofa in the living room, то есть в гостиной есть comfortable, комфортный диван. There is a comfortable sofa. We have to use a because sofa it's a noun, a singular noun, and it's countable. So a sofa. То есть это существительное, которое можно посчитать. Это существительное в единственном числе. Поэтому используем a. Сам нельзя использовать. Сам используется в утвердительных предложениях с глаголами, с существительными, извините, пожалуйста, которые или в множественном числе, или которых нельзя посчитать. Number 15. How many students, сколько студентов were there in class on Monday? Там было там, да, на уроке в понедельник. How many students? So we're talking about Monday. Monday was in the past. So we could say were there. How many students were there in class on Monday? Number 16. Where, there, there. Смотрите, there – это там. Мы говорим о месте положения. There,
То есть вот это там, there где-то там. А there это их. There. Их. Вот чик-чик. Кто-то держится за ручки. There, их. There, там, а здесь их. So there isn't a garage. We park on the street. Нет гаража. Там нет гаража. Где-то нет гаража. Мы паркуемся на улице. There, то есть be. There. Помните оборот? Будет there is, there are. Вот так пишется there. Не вот так. There — это их, если вы так напишете. 17. Did you see your friend who works at the hospital? Это прошедшее время. Вы видели вашего друга, который работает в госпитале? Did? Yes, I did. Да, видел. Did you see? Yes, I did. 18. Any good programs on TV last night? Опять у нас past simple, потому что last night. И мы имеем вопросительное предложение. Были ли какие-нибудь хорошие программы по телевизору прошлым вечером? Okay, so here we have a question. And you need to remember, вам нужно запомнить, если у вас вопросительное предложение или отрицательное, вы используете any. Any. А если утвердительное предложение, то используете some. Есть некоторые нюансы, то есть когда вы говорите о просьбе, просите, can I have some coffee, please? Можно мне немножко кофе? Да, тогда вы можете использовать some. Но это хоть и предложение с вопросом будет, can I have some coffee, please? Это просьба, поэтому в просьбах используется some. Programs – это существительное во множественном числе, поэтому нам нужно что использовать? Не was точно, и are there – не are there, потому что мы говорим о last night, о прошедшем вечере, поэтому правильный ответ будет were there. Были ли там хорошие какие-нибудь, any – это какие-нибудь хорошие программы по телевизору прошлым вечером. Number 19. When I was young, когда я был молодым, I didn't sleep in the same bedroom as my sister. So we have the same as, это тот же что, the same as. Okay. Например, when I was young, когда я был молодым, я спал в той же спальне, что и моя сестра. So I'm talking about the past. Я говорю о прошедшем времени, потому что I was young, это было в прошлом. When I was young, I slept. Нельзя использовать здесь sleep, потому что sleep — это present simple, я постоянно сплю. Did slept — тоже нельзя так сказать, потому что did используется, когда вы хотите построить вопрос или отрицание. И после did slept никогда не ставится. Нужно сказать sleep. Number 20. Where for lunch with Anna? Где или куда? То есть where do you live? Это где ты живешь. А когда вы спрашиваете, куда ты ходил, where did you go yesterday? Это куда? То есть where — это и где, и куда. Будьте осторожны, попытайтесь понять все предложение. Where for lunch with Anna? Куда ты ходил обедать с Анной? Where — это прошедшее время, потому что у вас нет where do you go. Да? Если вы куда вы ходите обедать с Анной, было бы where do you go. У вас какие варианты? Where did you went? Where you go? Здесь неправильно, нужно поставить какой-то вспомогательный глагол, чтобы это же вопрос. И where did you go? Вот будет where did you go, правильный ответ. Почему? Потому что после did мы используем глагол в инфинитиве, в первой форме, в начальной форме, так как в словаре go — ходить. Да, go, went, gone. Where did you go? Not where did you went. So this is wrong.
Итак, друзья, если вам нравится видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, а мы дальше разбираем этот quick test. Что нужно здесь сделать? Tick, нужно тикнуть the past simple verb, глагол в past simple. Например, hear – это слышать. В past simple будет heard. Мы его тикаем. Fall – это падать. В past simple это будет fall, fell. Fell – тикаем. Если вы в этом путаетесь, пожалуйста, выучите список неправильных глаголов или постоянно используйте эту табличку. Вы будете использовать, и со временем вам будет все эти глаголы легче запомнить. Fall, fell. Fall, fell. Can – это могу. Мог – будет could. Can, could. Catch – это поймать. Здесь прошедшая форма caught, но созвучный очень. Смотрите, caught, caught можно спутать. Да? Caught, caught. Caught пишется вот так. Поэтому важно не только знать, как произносится глагол в прошедшем времени или вообще как произносится слово, но важно также знать spelling, правописание слова. Дальше pay – это платить, а заплатил будет pay – paid. Только смотрите, когда мы говорим «играл», «играл», «играть» будет play, а в прошедшем времени «сыграл», например, мы добавляем окончание «ed» к глаголу play, потому что глагол play – это правильный глагол. Это значит, что он образуется за правилами. Правило какое? Что в прошлом past simple, в прошедшем времени, мы добавляем окончание «ed» – play, played. А здесь pay, нельзя сказать paid, нельзя подумать, что это же похоже на play, и мы добавляем ed. Это pay, это уже неправильный глагол. И у нас прошедшая форма будет paid. Вот так, pay, paid. Number five, find, находить, find. Нашел будет found, find, found, не finded, не founded. Founded, кстати, запомните это слово. Found – это основывать. Он основал что-то. Он основал город какой-то. He founded the city in 1990. Or in 1374, for example. Founded. Or in 1411. Okay. Now, tick the correct part of the house. A, B, C. You have a shower in... Where do you have a shower? Где вы принимаете душ? In the bathroom, в ванной. Правильно? Number six. You eat lunch. Вы кушаете lunch, обед and dinner in the dining room, in the bathroom, in the bedroom. Ну, bedroom, спальня, bathroom. Тоже не подходит, потому что это ванная. In the dining room. Столовой, dining room. You relax and watch TV in the garage, in the kitchen, no, in the living room, в гостиной. You read and do homework in the bathroom, in the study, or in the garage. So you read and do homework in the study. If you have a study, you read and do homework there, not in the garage, not in the bathroom. Study – это кабинет. You leave your car. Leave – это, если не знаете слово, запишите, запомните. Leave – это оставлять. You leave your car. Вы оставляете вашу машину in the kitchen, на кухне, in the living room, в гостиной, in the garage, в гараже. Конечно, в гараже. To leave the car somewhere. So you leave your car in the garage. Number 10. You sleep in... Где вы спите? Вы спите. You sleep in the bedroom, в спальня, in the bathroom, это ванная, и in the kitchen, на кухне. Конечно, you sleep in the bedroom. Ну, бывают разные случаи, но, в принципе, все спят in the bedroom практически. Tick the correct word. A, B, or C. You put food and drinks in here. Куда вы food and drinks ложите? Конечно, in a fridge. Number 11. Two people can sit here. So if two people can sit here, it's a sofa, not a fridge, not a fireplace, because nobody can sit in a fridge, nobody can sit in a fireplace. Number 12. You cook food in this. So where do you cook food?
Вы готовите пищу здесь, но я не понимаю, почему готовят в микроволновке, есть мультиварка, ну окей. Микроволновка будет правильный ответ. Точно в холодильнике еду не приготовишь. И a cupboard это шкафчик кухонный, в шкафчике тоже кухонном особо не разгонится в плане приготовления еды. Number 13. You wash clothes in this. То есть вы моете одежду, стираете одежду в нем, в этом предмете. A dishwasher это посудомоечная машина. A fridge холодильник. А a washing machine это уже стиралка. A washing machine. So you wash clothes in the washing machine. Number 14. You put books on this. Put on something это положить куда-либо. Вы кладете книжки на это. Куда вы кладете книжки? You put books on a shelf, on a garage, on a cooker. Ну, можно, cooker это плита, особо книжки не положить. На гараж тоже, на крышу гаража. Нет, а on a shelf. Shelf это полочка. На полочку можно прекрасно положить книжки. Number 15. This is on the floor in the house. Это на полу в доме. Что на полу в доме? A bathroom. Это ванная. A ceiling. Это потолок. И a carpet. Это ковер. Конечно, на полу ложат carpet. Now, number 16. She drove the car. She drove the car between the garage, on the garage, out of the garage. То есть она выехала. Drive. Это первое слово. Вторая форма будет drive, drove. Она выехала. She drove the car out of the garage. She drove the car out of the garage. То есть она выехала машина из гаража. Дальше. 17. Our cat. Наш котик, морчик. Our cat is my desk. Desk это рабочий стол. Мой кот. Up. Up это просто вверх. Up. А нам нужно сказать down, вниз, under my desk подходит, under, под моим рабочим столом, under my desk. Number 18, the chair, стул, is, есть, находится, the chair is between the table, or in front of the table, должно быть in front of, когда вы используете in front, у вас должно быть всегда предлог of. И behind the table. Behind the table это за. So the chair is за столом стоит где-то chair. The chair is behind the table. Number 19. There's a mirror. То есть there's a mirror. The fireplace. Переводим с конца. То есть above the fireplace. Above это над. Above the fireplace. Next to используется to. Возле камина. И into. Into – это когда у нас есть движение. Кот зашел куда-то в дом. So, the cat went into the house. То есть, есть движение и направление движения. Into the house. Into the house. Если статический кот в доме, so, the cat is in the house. But the cat went into the house. He went into the house. Он вошел в дом. Тогда используется into. Здесь зеркало, ну, над камином есть зеркало. There is a mirror above, not above the fireplace. Number 20. There is a sofa in front of the window. Подходит, в принципе, behind. Behind без of используется. Нужно просто сказать behind the window. Например, behind the window. Или between, между. Between the window and the table, for example. Но здесь у нас только окно указано. То есть there is a sofa in front of the window, in front of the window, то есть перед окном есть софа. Дальше pronunciation нужно выбрать то, что лишнее. Например, near у нас здесь читается как ear. Дальше here, ear, также ear. А вот where читается как air. Where, где, где. То есть здесь звук, вот эта комбинация букв, она читается немножко по-другому. Дальше, number two. Here, это ear у нас, звук, дифтонг. Wear, это носить, air, вот так, wear. И stairs, stairs, опять тот же звук, как и в предыдущем. То есть here, ear, это лишнее. The next, taught,
преподавал, учил, taught, long sound o, taught, thought, думал, thought, то есть мы смотрим на эти жирненькие буковки, thought, и found, no, found, so here we have a, u, found, found, нашел, found. Number four, watched, watched, t-t-t, watched, killed, l-l, killed. Here we have d, здесь у нас после l, когда ставите и d, читаете d как d, killed, killed, и lived, v, lived, тоже d. То есть здесь будет watched, watched, t, watched. Okay, number five, hated. Hated, когда слово оканчивается на т или на д, и вы добавляете ed, тогда у вас читается ed как id. Вот hated, здесь будет id, hated. Wanted, wanted, хотел, wanted. And asked, здесь будет просто т, asked, поэтому вот это лишнее. Okay, and here we are talking about stress, говорим о ударение. Microwave. So the first syllable stressed. Ударение первый слог. The first syllable stressed. In front of. So front is stressed in this case. Dining room, not dining room. But dining room. So the first syllable is stressed and the first word is stressed. It's dining room. Okay. Now, number nine, balcony. Of course, it's balcony. So the first syllable should be stressed. Okay, so we stress the first syllable. And number 10, furniture. So it would be furniture. Так, все на сегодня. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и увидимся в следующем видео. Пока-пока.